Все, спасибо. Расставлять. Да, да, да. Готовятся суки-юниорки. 8, 9, 10, 11, 12. Суки-юниорки. Черный кабель красивый. Высокий. Но еще оба молодые, да? То, что его еще грудная клетка недостаточно разбитая. Костяк очень хороший. Немножко надо его будет кормить, чтобы развез. Хорошая линия веса, хорошие угли, движение, уверенное движение. Немножко светловатые глаза, которые, в принципе, темнее, чем у того, но у него голова белая, а черная голова, тут разница. Вот второй. Так выглядит более крепкий, более готовая грудная клетка. Тоже хорошая голова очень. Но у него провисшая спина, да? И излишний вес. Никогда не кормите вот настолько сильно собак, потому что и движение, и общий вид это вообще страдает от этого. Еще один круг давайте. Спасибо.